Так, это у нас, ребятки, Фордик. Фордик 2015 года. И мы его сейчас посмотрим в нашем Wuthering EX. Адаптер не найден, наверное, потому что он у нас в этом самом непонятном режиме стоит. Значит, возвращаем его. Так, ребятки, что у нас здесь? Нужно найти нам... менеджмент или диспетчер устройств. Это будет у нас COM5 порт. Инвалид интерфейс. Инвалид интерфейс. И форскан у нас 5. Коннектимся. Пролетел COM5 порт. Настройки пойдем. Подключение компорт. Пятый. Давайте мы сделаем 115-150 килобит. Компорт. Так. Так, мы восстановили все. Австралия, на Россия. Ну давайте, Россия. Вот так вот сканирует форскан. Шестьдесят два всего пробег, 62 тысячи. Давайте сохраним профиль. Прочитаем код ошибок. ПЦМ. Сбрасываем. Пожалуйста, выключите зажигание. И снова включите. Окей.
ошибок нету. У нее, видите, здесь автомат, коробка. Давай еще раз попробуем завестись. То есть у нас стартер не работает. Сразу накатывается ошибка на стартер. Значит, здесь ключик горит. Сигнализация у нас Starline. Я ее поставил в сервисный режим. Ну, в общем, такая вот беда. Что будем делать? Сейчас подумаем. Чтобы не сажать аккумулятор. Включим это все. Так. Так, что здесь еще интересного есть? Тестируем. Тест самодиагностики зажигания включено. Двигатель заглушен. Посмотрим. Ну, давайте попробуем. У нас погасла приборка и пошла какая-то, задергалась стрелка. И сейчас. То есть этот тест прошел хорошо. Никаких ошибок не обнаружил. ОБД-2. Давайте тестируем. Сейчас будет елочка, наверное. Ошибок не обнаружено. Что тут? Кислородный датчик первый не смог прочесть. Кислородный датчик второй. Очень быстро, видите, пролетело. Так, что тут еще есть за тесты? Опять погасло все. Трещит что-то там. Непонятно. Ошибок не обнаружено. АБС. АБС не хочу смотреть. Давайте РЦМ посмотрим. Опять вот такая же фигня. Значит, здесь бежит. Так, ошибок не обнаружено, ничего не обнаружено. Давайте в ОБС зайдем. Все тесты сделаем. Все лампочки загорелись. Не обнаружено. Давайте сюда зайдем. Опять такая же ерунда. АЦМ. Окей. Сигнал какой-то прозвучал. Опять все загорелось. И
Код P081C, электрическая цепь входного сигнала парковочной передачи. Общая электрическая неисправность. Модуль управления приборов. Тесты. Давайте последний. Видите, что-то мы нашли все-таки. Что-то там щелкает. Какое-то релюшко. Дворники закрутились. Главный переключатель освещения. Еще одну ошибочку нашли. Главный переключатель освещения у меня... Это непонятно, я не понимаю, во-первых, что за освещение может быть, потому что я убрал автомат с нуля, чтобы не гасить аккумулятор. Видите, зажигается фара, я не хочу этого. Так, и значит, что у нас считывание ошибок сейчас сделаем. И эта ошибка вот. И все это мы запишем. Фокус назовем. Фокус форскан. Окей. И у нас он не заводится, да? Выжимаем. То есть реле щелкает. И ни черта не заводится. Ну все на этом. Так, это у нас, значит, диагностика Фордика была сейчас, стоп. То есть у нас был стартер, и у меня такое ощущение, что надо просто его дернуть и все. Ну, нужно, чтобы сигналка работала. Сигналка тоже у нас плохо работает, поэтому я сейчас включаю это дело и буду ставить на охрану. То есть сейчас у меня, по идее, в сервисном режиме стоит ключик, что за турбо, ну, может быть, это завод. Теперь я хочу закрыть. Так, машина закрылась. Машина открылась. И пробуем последний раз завести. Выжимаем тормоз. И загорается сервисный ключик. Вот это значит, ошибка у нас появляется. Окей, двигатель, сервис, срочно. Срочно в сервис, автосервис, чтобы с вас там содрали кучу денег. Так, это мы выключаем, снимаем, закрываем. Становится на сигнализацию. Снимается сигнализация. Значит, тут становится и снимается. Так, давайте думать. Это автомат. Похоже, что у него стартер мозги компенсирует. Вот. Компенсирует мозги стартер. И поскольку у нас все открыто, у меня сейчас стоит в сервисном режиме машинка. То есть, по идее, он должен заводиться, и как бы сигнализация ни при чем. Притом он отрабатывает. То есть насос жужжит, реле щелкает, стартер молчит. Ну, можно, конечно, его толкануть, но у него автомат-коробка. Если уйти в спорт режим и на
на первую передачу его толкнуть. Но здесь как бы у него, видите, ключик горит. Так, еще раз попробую. Автомобиль не выбран в парк позиции. Мы включаем. Все погасло. Нажимаем этот. И можно так его толкать. Но здесь это делать неудобно, поэтому мы сейчас что-нибудь придумаем по-другому. То есть все работает. Я такое чувство у меня, что здесь нет смысла играться с этой сигналкой. Вон она как бы все отрабатывает. И на этом сейчас что-нибудь придумаем другое. Так, ну, примерно ситуация ясна. Сейчас полезем, откроем капот, пойдем смотреть, что там у нас происходит. Хоть что-то стали делать нормально. Так, бензиновый двигатель. Это у нас правильно. Катушка зажигания. Такие проводочки. Аккумулятор красавчик новый. Так, а где у нас стартер? Стартер. Ребята, нам нужен стартер. К нему не подлезть. Так, а мы продолжаем изучать сигнализацию брелка. В данном случае, видите, открыт капот. Показывает связь между автомобилем и сигнализацией брелком есть. Сейчас у меня стоит в режиме сервисном. Вот, а я изучаю. Вообще-то мне за все время попадалось 4 Starline сигнализации, но как бы грешили на них. Один был, по-моему, на Рено автобусе каком-то стояла такая, но там было так, что в селекторе заедал рычаг положения парковки. То сигнализация была ни при чем. Ну, в принципе, она не такая и сложная тут. Значит, автомобиль реагирует на все. Сейчас я найду. Конечно, мне не хочется изучать еще всякие сигналки. Эти у нас это здесь не как бы. Ну, нежелательно отставить дополнительные сигнализации, если, допустим, нужно. Нету в автомобиле центрального замка, вот тогда и ставят. А так я считаю, что и кому надо, угонит и со Starline, тем более сигналку, если он в ней разбирается, собаку съел. Так, это кнопка 1, 2, 3, 4. Сейчас я найду, покажу вам, что все работает. То есть тут сервисный режим у нас горит. Что автомобиль у нас общается. Где-то я уже это делал. Так, тут всякая фигня. А вот тут. То есть, чтобы мне баловаться сигналкой, я должен уйти. Здесь регулировка датчика. А, запрос системы напряжения АКБ. Автомобиля, температуры в салоне, и у нас третья кнопка коротко. Нажимаем. Не знаю, видно, нет. Тринадцать пятьдесят семь, 16 градусов, 6 градусов.
То есть это что он мне показал? Там 12 градусов и 6 градусов. И температуры в салоне. Еще раз давайте сделаем запрос, потому что я не понимаю. Евгений, ваш раствор. О, но я тебе могу сказать, что... Так, жму тормоз, включаю зажигание. Да. Ну, пробуй заводиться. Включаю старт. Включил. То есть ты завелся как бы? Да, я нажал. Ну, питание пришло на реле. Пришло, да? Да, теперь смотрим. Зажигание включено. Подожди. Подожди, теперь я реле поставлю. Ага. Так, подожди, я включаю. Все. Ну, еще раз можем. Выключи зажигание, подожди чуть-чуть. И опять включи, еще можно посмотреть. Так. Жму тормоз, включаю зажигание. Включил. Не, не сработало. Ну, я это, просто зажигание, я без стартера. А, со стартером со давай стартером. Мне. Так, включаю со стартера. Видите, лампочка включаю. Зажигается. Выключи. Так. Ой. Там. Так, еще раз давай. Так, вынул ключ. Ключ. Да не надо вытаскивать, просто зажигание, так, чтобы на дисплее не горело. Вот, значит, на реле подается. Теперь выключай все, брат. Выключай все. Выключил. Я реле вставлю. Так, лампочка нам не нужна. И у нас получается, то есть она замыкает. Второй контакт. То есть сейчас она у нас сидит. Ага. Значит, вот здесь на корпусе будет. Так, включай зажигание. Включил зажигание. Заводи. Завожу. Еще раз. Выключил зажигание. То есть получается, слышал, бендик щелкнул? Ну да. А нифига не крутанулось. Ну, да. Еще раз. Еще, так, зажигание сразу завод. Ну вот я опять. Так, еще раз. Включил зажигание. Включаю. Подожди, подожди, подожди. Что тут он меня ни хрена не показывает? Выключи пока. Ничего не вспыхнет. Ты... Ну, я, не... я вижу, реле щелкает, искра идет. Бендекс это. Ну, бендекс щелкнул, да. Да. А я просто хотел на реле посмотреть. Плюс. И вот здесь. То есть я могу вручную подать на реле. Может быть, оно задрючимся. Задрючится. Так, зажигание выключено? Да. Так, там крышечку принеси. Какую? С релюшки. То есть искра проходит нормально и получается херня какая-то. То есть можем вручную дать, если хотите. Что дать? Подожди, а как она? Как я ее вытащил? Как ты ее вот вытащил? Так, наверное. Оп. Держите. Можем замкнуть вот эти контакты. Ну это тоненький провод. Не, а смысл замыкать? Если... А мы его подрючим? Вдруг он деранился. Все. Ты понял, да? Сигнализация ни при чем. Да, так, тогда что мы делаем? Надо девочку звать. Ну конечно. Или можешь... А мы уже демонстрируем, а мы видео сняли. Так, я думаю, ну все понятно, да, что сигнализация здесь ни при чем, все, она работает, связь есть, и что это просто подустал стартер. С чем это связано? С тем, что автомобиль не заводится с кнопки, и, возможно, некоторые, может быть, просто бракованные стартеры в России ставят туда специально, чтобы это, как его, не знаю, короче. То есть проблема со стартером, мы с вами в этом убедились.
наглядно все мы вам показали, как это все запросто проверяется. Можно, конечно, было и с брелка одному мне делать, но как бы на автосервис вот с товарищем они договорились, вот поставят и нормальный стартер, я думаю, что этих проблем больше не будет. Ну, моя задача как бы выполнена. Можно, конечно, было ее завести, ну, в любое время стартер может отказать. Сейчас найдут приемлемую цену для этих дел. И поставят хороший стартер на этот автомобиль. А я уезжаю. Так что познакомились мы с вами с российским автопромом. Мне, в принципе, понравилась машинка. Найти причину особого труда не составило, можно так сказать, легкотня. Поедем на другую причину. Там посмотрим, в чем дело. Единственное, конечно, мне не нравится, что вот в этих новых Фордах вообще это стартера не долезть. Так можно было бы стукнуть по нему, и тогда эвакуатор не надо вызывать. Так, у нас здесь я, значит, тогда мне надо вот сюда ехать, чтобы повернуть налево свою стрелку прямо, чтобы повернуть налево. Ну, в общем, как бы, ребята, все оказалось очень просто, быстро можно проверить, как работает это дело, не гадать. Будем смотреть следующий автомобиль. Сегодня у нас день выездов и займемся стройкой, потому что уже там пора заканчивать. Я смотрю очень многих, можно сказать, новый автомобиль, проблема со стартером. Какой там стартер стоит в оригинале? То есть этот автомобиль, он покупался в России, с салона. Старлайн сигнализация тоже там же и стояла в салоне. Потом что-то тут возня какая-то была, что автомобиль не заводился. Потом типа чего-то они отключили. Ладно, я тут разговор у меня.